Вітаю вас! Нещодавно командування сухопутних військ оголосило про вимоги до перспективних ЗРК на основі нових технологій – цифрових антенних решіток. Дійсно, в Україні є компанії, які забезпечують конкурентну перевагу в цьому технологічному напрямку. Наш співрозмовник – директор компанії Skynet Ltd. Леонід Георгійович Шацман. Про те, як робляться цифрові антенні решітки, як вони воюють в складі існуючих комплексів, і буде наша розмова. Командування сухопутних військ заявило про те, що воно хоче мати там глибоко модернізовані комплекси протиповітряної оборони або нові зразки, в складі яких є цифрові антенні решітки. Компанія Skynet, власне, є українським лідером у розробках таких рішень. В чому переваги саме цифрової антенної решітки через призму завдань військових? Значить, традиційні радіолокаційні станції мають один луч, причому обычно узкий 1,5-2 градуса, который механическим путем перемещает по углу места и по азимуту в необходимом заданном пространстве этот луч. Фазированные антенны решетки тоже как бы имеют один луч, но только передвигает его электронным образом. Цифровые антенны решетки имеют множество лучей в определенном секторе. Причем количество лучей и размеры сектора делаются под задачу. И за счет этого мы обеспечиваем пространственную многоканальность. То есть это все равно, что если сравнить, что значит, вот традиционные РЛС и фазированные антенные решетки, как бы смотрим в глазок, а цифровая антенная решетка – это все равно, что мы смотрим с помощью видеокамеры. И сразу определяем сигналы в секторе. Это обеспечивает возможность накопления сигнала, улучшать во много раз точность определения координат по сравнению с существующими станциями и может обрабатывать сигналы, отраженные от малоразмерных целей, следовательно, обеспечивать обнаружение, ну, в частности, беспилотных летательных аппаратов. Габариты РЛС цифровой антенной решеткой гораздо меньше. Второе, что энергопотребление на порядок меньше. Мы даже, был такой случай, что радиолокационную станцию обнаружения мы даже на полигоне подключили к обыкновенной розетке, и она работала. Наши радиолокационные станции работают не только по воздуху, но и по воде, и по морским целям, по речным целям, и по земле. Вот как бы достаточно хорошие результаты показывают. И это все испытано на полигонах. Далее, только радиолокационные станции с цифровой антенной решеткой позволяют разнести приемник и передатчик. То есть у нас не антенна, не приемопередающая система, которая переключает в режим приема, в режим передачи. А у нас отдельно находится антенно-приемная система, отдельно находится антенно-передающая система. Это позволяет их разносить, чем обеспечивается, в частности, живучесть комплексов. Нам розказували, що на полігоні, коли випробовувався перші версії Рукач, то РЛС була настільки чутливою, що можна було навіть побачити повітряні буревії. І навіть довелося притуплювати, мовно кажучи, чутливість цих РЛС. Правда це чи неправда? Правда. І нам дійсно прийшлось програмно несколько, как бы, ну, грубо говоря, затупляти можливості радіолокаційної станції. Вот. Но потом мы научились их исключать. Вы знаете, увидеть мы сможем столько целей, сколько попадет в тот сектор, о котором я говорил. У нас в Шилке сектор 18 градусов на 18 градусов. Вот все, что будет в этом секторе, все мы увидим. Все мы возьмем на сопровождение, определим трассы и выдадим, так сказать, на орудие. Этот образец вооружения модернизировался не только ТОВ Skynet Ltd, но еще и партнерами. Научно-производственное объединение «Арсенал» и державное предприятие «Завод Арсенал». Каждый делал свое дело. В частности, вот мы обеспечивали модернизацию радиолокационной станции. То есть мы просто выкинули ту старую станцию, которая была аналоговая, двухкоординатная, и установили РЛС с цифровой антенной решеткой, которая трехкоординатная и которая еще и обеспечивает определение радиальной скорости цели. Но модернизация ЗСУ-23-4МА-1
осуществляется не только заменой радиолокационной станции. Там была полностью изменена аналоговая часть счетно-решающего прибора. То есть нет там сейчас счетно-решающего прибора. Сейчас там специальная цифровая вычислительная система. Там заменены автоматизированные рабочие места, поставлены цифровые. То есть новые автоматизированные рабочие места операторов и командира. Увеличение дальности обнаружения целей практически в два раза. Истребители, то есть СПР 1 метр квадратный, увеличено до 25 километров. Улучшение или повышение вероятности стрельбы практически тоже в два раза. Обеспечили возможность обнаружения беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет, то есть малоразмерных целей. Обеспечили возможность практически с нулевой высоты обнаруживать цели, что было невозможно в старой Шилке и так далее. То есть там множество моментов, которые обеспечивали улучшение бойових возможностей ЗСУ-23-4. Коли ми говоримо про безпілотний апарат на кшталт Mavic Pro чи там Phantom, які відомі цивільним користувачам, на якій дальності РЛС Шилки може побачити такий об'єкт? От такі от малорозмірні об'єкти, о яких ви говорили, в залежності від типу безпілотного літального апарата, где-то ми обнаружували на дальності від 3 до 9 кілометрів. На випробуваннях Шилки в такому моделізованому варіанті, по яким цілям вам довелося працювати і що показав цей зразок під час випробування? Значить, ми працювали на полігонах Збройних сил України по зависаючій міні і по безпілотним літальним апаратам. Ці випробування показали, ну, дійсно ті результати, які ми очікували. И, в принципе, мы не только видели эти цели, но и видели даже свои снаряды, которыми стреляли по этим целям. Это говорит о возможностях РЛС и возможностях всей ЗСУ в целом. Але цей зразок озброєння, він має декілька індексів. Ви на виставці показували А1, а в документах написано, що є А2, А3. Чим ці зразки відрізняються один від одного? В варіанті А1 – це установка, замена в ЗСУ радиолокационной станции на РЛС цифровой антенной решеткой. Это замена, как я уже говорил, специальной цифровой вычислительной системы. На этом мы решили модернизацию завершить для того, чтобы быстрее он попал в войска. Модернизация в варианте А2 предполагала установку оптико-локационной системы дополнительно. А модернизация А3 еще дополнительно установку ракетного канала с ПЗРК «Игла». Значит, в этом плане работы продолжают вестись. Ну, просто как бы мы поняли, что необходимость даже такой модернизации позволяет гораздо улучшить боевые возможности ЗСУ-23-4. Существующий, то есть старый еще советских времен, и сейчас необходимо начать с этого. Коли можно очікувати переходу, так скажем так, Рокача на рівень с ракетным каналом? Я думаю, к концу года. И ці напрацювання у вас уже є? Да, у нас есть эти наработки. Мы, причем по опыту уже того ракетного канала, который мы сделали в начале, у нас есть, так сказать, определенные мысли по доработке его, и я надеюсь, что к концу года мы его сделаем. А Бонка, еще можно поставить блок с стингерами на те место, где пропонувалося ставить можно, модуль? Мы об этом говорили. И тогда мы можем увеличить дальность ракетного канала. До скольки? Ну, как стингер летает. Какой они нам дадут? Они разные. То есть в идеальном варианте аж до 8 километров? Да. Совершенно верно. Станция позволяет даже больше еще обеспечить работу ракетного канала. Мы почали нашу розмову с того, что командование сухопутных військ хочет мати глибоко модернизованные там чинові зразки ЗРК саме з використанням технології цифрових антенних решиток. Чи відомі вам про їхні побажання і що саме, умовно кажучи, найбільш оптимального ви можете запропонувати, аби задовольнити їхні потреби? Ми конкретно для Вооруженных сил Украины делаем определенные станции. В частности, вот сейчас до конца года
по заказу Министерства обороны Украины Skynet должен сделать опытный образец и выйти на испытания с радиолокационной станцией обнаружения целеуказания на базе цифровых антенных решеток. Мы этим вопросом занимаемся. Я надеюсь, что в конце года это будет. И с дальностью обнаружения для них достаточно, где-то до 80-100 километров по цели с ЭПР 1 метр квадратный. Эта станция обнаружения позволяет мгновенно в секторном режиме определять в секторе 60 градусов по азимуту и 30 градусов по углу места. Все цели, которые туда попадают, в этот сектор, они сразу обнаруживаются, определяются их координаты, завязывается трасса и передается целеуказание. Причем точности определения координат, дальности, угла места, азимута и радиальной скорости очень высокие. Потребителем, на наш взгляд, должна быть станция управления оружием, которую мы тоже, в принципе, делаем, Сагайдак, либо будет управлять радиолокационными станциями на зенитных комплексах или зенитно-ракетных комплексах, типа, допустим, вот ОСИ, там, Тунгуски и так далее. Коли говорите, що станції управління зброєю, тобто оті ваші напрацювання, які на сьогодні ми бачили і на іншому проєкті, зокрема система боротьби з безпілотними апаратами під назвою НОТА, яка реалізована компанією Tritel у співпраці з вашою компанією і з компанією Арсенал. Що саме забезпечує там ваші станції в цьому комплексі, які їхні можливості і які досвід використання на полі бою? Значить, радиолокационная станция в составе комплекса радиоэлектронной борьбы НОТА предназначена для обеспечения работы системы радиоэлектронной борьбы. Раньше без радиолокационной станции как осуществлялась боевая работа? В комплексе НОТА был пассивный пеленгатор. Он в определенном секторе обнаруживал цели, которые летят, и передавал направление полета этих целей, которые должны подавить средства радиоэлектронной борьбы. Но этот сектор был широкий, и поэтому приходилось передатчикам помех ставить помеху в широком диапазоне. Это уменьшало дальность, интенсивность помехи, качество радиоэлектронной борьбы и так далее. В связи с тем, что мы поставили свою радиолокационную станцию, которая обнаруживает конкретно цели, берет их на сопровождение, завязывает трассы и точные координаты передает на систему радиоэлектронной борьбы НОТА. И теперь они узким лучом ставят помеху на конкретную цель. Пока нам был заказан один образец, мы его сделали, и он в составе комплекса НОТА был по просьбе десантно-штурмовых войск установлен на машину совместно с комплексом НОТА и отправлен в войска на опытную эксплуатацию. Якщо ми більш детально підійдемо до побажань військових, то вони хочуть модернізувати ОСУ, а потім мати новий комплекс малої дальності. І там закладаються параметри виявлення цілей від 50 до 80 кілометрів. Що ви думаєте, чи ці показники досяжні з використанням ваших технологічних рішень? Значить, давайте розділимо вопроси. Поговоримо спочатку про модернізацію ОСУ. Я достаточно хорошо знаю этот комплекс, и у меня по этому поводу свое мнение. Я считаю, что модернизировать ОСУ нерационально. Во-первых, потому что ракеты, которые осиные ракеты, они, срок службы их давно истек, и в ближайшее время они, так сказать, выйдут из строя. Во-вторых, зенитно-ракетный комплекс ОСА – это очень сложный комплекс и состоит из многих станций. Станция обнаружения, станция сопровождения, две станции визирования ракеты, две станции передачи команд. Вот. Поэтому заменить все это РЛСР будет тяжело и нерационально. Если стоит вопрос о замене этого комплекса аналогичным или с лучшими характеристиками, то, наверное, можно говорить о том, что этот комплекс может быть на базе радиолокационных станций с цифровой антенной решеткой. Но, как я уже говорил, что сначала нужно понимать, а какая там будет ракета, а какой там будет метод наведения этой ракеты, потому что РЛС должна разрабатываться под оружие. Але коли ми говоримо про побажання військових, про нову РЛС, яку так само вони хочуть мати в складі своїх підрозділів, вони хочуть мати РЛС, яка спроможна там виявляти цілі коефіцієнта відбиття 0,02, тобто дуже маленькі показники для такої цілі. Це взагалі технологічно можливо досягти тих побажань, які хочуть військові? Треба спочатку розібратися, откуда взялися такі, так сказати, побажання, тому що
ЭПР-002 на такой дальности. Возможно, но тяжело. Тогда, понимаете, вот если мы говорили о станции контроля космического пространства, то вот приблизительно такие цели мы вот на первом этапе сделали, эту, ну, участвовали в создании этой радиолокационной... Тобто ви говорите про РЛС-Збруч, яку ви показували на виставках, яка розроблена саме під завдання космічних виявлень, космічних об'єктів. Да, контроля космического пространства. Там космічні об'єкти... Требуется, так сказать, обнаруживать на определенных дальностях небольшие объекты. Приблизительно оно совпадает с тем, что вот хотят военные. Но вы же видели размеры. Тогда не должно быть ограничений в габаритах, в, ну и во всем остальном, потому что это достаточно будет большая и сложная станция. Чи є подібні напрацювання в армії ворога? Чи йдуть вони цим шляхом і на якому етапі знаходяться ми і вони? Значит, они, конечно же, идут тоже этим путем. Сейчас многие идут этим путем. Сейчас признали, что это самые современные радиолокационные станции при использовании цифровых антенных решеток. Последнее время они свою информацию закрыли. На тот момент, когда мы ее еще и как бы могли получить, они нас еще не обогнали. Поэтому мы пока на пике и можем дальше не отставать и не дать возможность нас... так сказать, обогнать, если будет нормальное финансирование. Потому что за счет обеговых коштов уже как бы работать тяжело. Все радиолокационные станции, которые мы разрабатываем с партнерами, они все сделаны за обеговые кошты. И вот сколько можем, сколько, так сказать, позволяли наши обеговые кошты, вот столько мы и смогли сделать разработок. Сейчас мы это продолжаем, но как бы как и все, как и у всех. Ну, ми сподіваємося на те, що ці перші заяви про якісне оновлення систем ППО для сухопутних військ, можливо, буде першим кроком до того, що вони переглянуть і ставлення до цифрових антенних рішень. Ми теж на це сподіваємося.